Привет, друзья! С вами канал Ава. Сегодня я вас ознакомлю со смартфоном Blackway Omega Pro. Заказывал я его в Китае на AliExpress. Пришел он ко мне вот в такой вот упаковке. Запакован вот в такую надежную упаковку, чтобы он нигде не разбил. Ну, так как вы видите, данный смартфон поставляется в стандартной упаковке BlackQ. Итак, в стандартный комплект входит сам аппарат 5 дюймов, несъемная батарея встроена, динамик, можно устанавливать две сим-карты или одна карта памяти SD и сим-карта. Также входит зарядное устройство на 1 ампер, кабель подключения, наушники, переходник для подключения накопителей, флеш-накопителей. Булавка для вытягивания сим-карт. Сам буклет и пленочка. Итак, убираем все остальное в сторону и будем знакомиться с самим аппаратом. Вот таким вот образом он выглядит. Ну и так, коротко о самом смартфоне. Сам смартфон выполнен из алюминиевого корпуса, на передней и задней части выполнены из стекла Gorilla Glass, как утверждает производитель. В нижней части микро-USB для зарядки, в верхней части выход для наушников. На левой стороне у нас имеется кнопка включения и клавиша громкости. На правой установка сим-карт. Так, вот его включаем. Матрица у нас, по словам производителя, от LG. Как видим, яркий экран. Значит, при первом его включении сразу же появилось обновление, которое я уже установил. Появилось вот такое вот меню. Эффекты. По-разному много эффектов добавилось. Вот такого вот плана. Значит, предустановленных программ было много, включая радио. Вот сама программа от Blackway. Значит, здесь у нас видим память, все остальное. Так, давайте перейдем в Antutu. Ну, я его уже протестировал, можете посмотреть, он набрал у нас 37500 попугаев. Так, информация о телефоне. Android установлен 5.1, 64 бита. Процессор MT6753, графический процессор Mali T720, разрешение экрана HD, камера задняя 18,2 мегапикселя, но это интерполяция. Камера, значит, здесь установлена 13 мегапикселей от Sony. Так, что у нас еще здесь? Значит, 8 ядер. Тактовая частота каждого ядра 1300 МГц. Итак, что у нас тут еще есть? Сейчас зайдем в настройки. Так, есть функция HotHot. Значит, передача
изображений по экрану. Так, экшен. Вот такие вот различные. Показывают именно, что оно делает, функции. Двойной этап. Значит, включение по заданию. Телефон включить. Сейчас проверим. Ну, как мы видим, работает. Так, что у нас еще здесь? Ответ. При поднятии телефона. Отключение звука, если экраном вниз. Так. Так, скриншот тремя пальцами работает. Так, что касается смартфона. Покупал я его за $100. Ссылку на продавца дам под видео. Ну, как видите, смартфон шустренький. Работает отлично. Ну, так, что еще тут можно такое показать? Значит, по камерам. Значит, передняя камера, она здесь на 2 мегапикселя, но с интерполяцией на 5. Качество съемки, я бы сказал, неплохое. Я пробовал снимать в комнатном. При комнатном освещении, на улице не пробовал, но даже при комнатном кадры получаются четкие, резкие. Ну, не говоря уже о задней камере, которая снимает довольно-таки неплохо. Значит, видео снимает. Так, ну давайте мы сейчас даже включим камеру. Посмотрим сейчас сами настройки. Настройки камеры. Ну, вот видим 13, 18, 16, 13 мегапикселей. Это можно устанавливать программно. Режим, ну, все стандартное. Режим нескольких лиц. Вот так вроде бы все стандартное. Ну, сейчас давайте попробуем сделать фото. Поярче взять. Вот снимочки. Ну, как видим, качество очень хорошее. Ну и так, у меня на сегодня все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.